Шарик, шарик наш. Скучает он. Привязали его к дереву, а ему бегать охота. Ну вот мы тут уже прошли сигнальчик, значит он вперед прошел, убрал весь репей тут. Вот, а я уже лопатой подсекал траву. Вначале просто как косой косил, то есть в бок рубил. А потом уже, потому что косишь, эти бодыли остаются, потом ногой натыкаешься на них. Они сейчас сухие, острые. А потом начал вперед просто штыком, как, когда бьет, вот как бы вперед вот так лопатой. Ну и все. И по земле шоркал, и ни одного корешка почти не осталось. Вот. Это мы на Южном пруду находимся. Здесь уже вот клен, как сорняк считается. Но зато дерево хорошее. Забор огородить для столбов, для жердей. Нам лично вот никакой красоты не надо, так что мы обходимся. А кому красиво надо, те берут сосну или березу ровные. Ну вот, кленом обходимся. Что? Его покупать не надо. Вот Игнатьевна сейчас тут слив очистил. Все это делаем с Божьей помощью. Господь дает крепости, силы, разумения, размышления по слову его. Ну все. Вот прочистил, там хватит этого. Так до сих пор мошка летает. Да, мошка. Тепло еще. Мошка летает, это что? К теплу? Тепло, а завтра среда, говорят, мороз будет -1 ночью. Ну это ночью, а днем будет там до 13. Ну, значит, так. Ну вот пробился, дальше-то смысла нету идти. Все как надо. Да. Все в целости. Все, слава Богу. Видишь как. Прочистил туда, все спихнул, вода будет задерживаться, не будет бить, а там все эти бревна лежат. Вода падает, а бревна бьется. Угу. Яму не можем делать, а где она бьет, просто вот ничего нет. В том году накладывал я. Он как на Рыжковском. А здесь в 3 слоя наложили. И ямы никакой нету. А тем более сейчас вот это она разнесет. Он я подрубил кусты, туда сбросил. Ну и вот. Тут которые большие деревья подрасти, это убрал. Ну ты вообще пропахал. Ну да, постарался с Божьей помощью. Ну, репья не встречалась? Нет. Это я его вырубил. Ну да, благодарю вас. Видишь, как дружно, когда вдвоем. Один бы тут порхался, не знаю. Вот это вот, проволоки-то нету, гвоздя нету. Кажется, нету гвоздя. У меня есть где-то. Ну, прибить надо. Дай мне гвоздь. Если я его не выложил, конечно. Ну и пассатижей-то нету, конечно. Выложил. Выложил я, у меня полный карман был. Я тебе вчера отдал. Да, а я выложил сегодня. Я их носил несколько дней, гвозди. Вот надо, что тут потребуется. А что тут требуется? Знаешь, что ничего не надо. Так, у тебя остался вот этот промежуток. Я думаю, его трогать не надо. Не надо, он да? Маленько прикрывает. Угу. Ну, вот это надо заделать. Как? Веревочками привязать пока. Ну, да. А тогда здесь тенек падает, оно постоит маленько. Конечно. Сейчас я привязываю и уходим на Симаковский. Это нам далось, можно сказать, легко. Пробились мы дружно. Все целое, никто не повредил. Бог миловал. Да, слава Богу. Господи, сохрани для пользы людей, для славы Твоего имени. Аллилуйя, аминь. Аминь. Видишь как? Сколько здесь досок получилось? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, 20 сантиметров, нет, 15, наверное, нет, 20. По 20. А? По 20. 11 на днище ушло, и на борта по 3. По 20? Так. По 20 сантиметров они? Да, если поднимется, вот, видишь, досками, как там еще одна доска спрятанная, около березы вон там. Если это поднимется до этого уровня, тут купаться, плавать можно было бы, но родников нету. Да, естественно, вот никак не доберемся. Здесь мы уже, бульдозер много работал, фактически 3 года. Но пока дальше еще мы не можем ничего сделать. Вон, какой вал сделали. Первый год, значит, сразу же сорвали,
А мы тогда шире делали. Вот этого не было. Чуть не в два раза шире озера было. Это молодняк нарос на этом. Ну, видно его, что он. Березняк. Так. Все, выходим. Я сейчас привяжу вот эту нижнюю. Ага. Немножко кусается. Конечно, еще. Теперь могут корову посадить. Ты пробей. Ну, корова-то сильно репей ее не удержит. А, вот оно что. Вот оно. Гвоздь короткий. Короткий гвоздь. Его вырвало. Вырвало почему? А дерево-то лопнуло. А, непонятно. О! Это что-то уперся. Да нет. Тут веревочка не нужна. Загнулся просто. Вот видишь, так, Господь благословил. Этот пруд, не, можно сказать, никто не хотел. Он да зачем? Он да где-то за деревней. Деревня-то вот до тех пор будет, если будет. Потеряевки сейчас не настал. Как сейчас, где, как отец говорил, шурахнул где-то на стороне-то. Тут народ повалит. Люди ищут иногда, где бы остановиться. Но ищут такое на уровне мирских людей, чтобы в церковь сходить, а дальше живут как... А чтобы община... Община – это не общая дома, не общая чашка. Это общая трапеза перед Богом. Не причастие, это занятие, это благовестие, это труд во славу Божию. Вот у нас, допустим, три занятия идут... Два в неделю, и в воскресенье, и еще в церкви. Четыре занятия. Четыре, а сейчас даже больше идет. Еще трое начали занимать. Считай, ну, за каждый день неделю. В один день даже три занятия попадают. Там Вячеслав Семенов ведет занятия, Никита Колесников, Сергей Пупков. Виктор Савченко. Виктор Савченко. Ну, вот видишь, сколько. Это уже плоды. Здесь самый, повторяю, красивый. Самое чистое дно. Дети ходили купаться, ну уже сантиметров 30 осталось, тогда стали дальше ходить. Не утонет, ни коряги нету, ничего нету. Здесь только детям. Дойти, разделся в воду и все, а тут выскочили. Да еще боятся мошкары. Вот я сюда все скидал, видишь, сколько падает? Впереди шел в этой. Вот сейчас посмотри, репья. Сколько этой лопуха, репья. Ну ты пахал. Ну а что, вы наточили хорошо лопату. Ты намного бы больше сделал, чем я. Я вырубал, много времени потратил. Потом там, когда вырывал, выносил вон там. Я где-то вот здесь начал. Вон там, вон, видно. А ты, ой-ой-ой. Ну трактор. Вон, смотри, лопухи. Это я прошел топором рубил. Угу. Вы куртку не... Игнатий Иванович! Игнатий Иванович! Кто? Не знаю, куртку. Да не забыли мы тебя, не забыли, возьмем. Возьмем тебя. Ой, ой. Сядь, сядь. Ну сейчас придем, сейчас возьмем. Дядя Вова, мы с тобой. Да-да, я тоже с вами. Дядя Вова, мы с тобой. Ну что, посмотри. Вырубили. Вообще шикарно. Сейчас едем прям сходу, выходим только. И через переулок около Устиновых на Севаковске. Вы куртку не взяли? А что ж ты молчал? Я говорил, а вы не слышите. А я не слышал, да. Ничего себе. Володя, а как куртку? А что ты мне сказал? Когда я одеваюсь в куртку, сказать, куда надо?
Я потерял рукавичку на кладбище, когда шли с розеткой. Подожди, подожди, сейчас придем. Ну и нигде, рукавичка новая, белая такая, это верхонка. Я говорю, знаете, посмотрите, где рукавичка-то. Все прошили еще, гляжу, Давид стоит вот так вот. А что стоишь? Так вы сказали смотреть. Кого смотреть-то? Рукавичку, вот она лежит, я подошел, смотрю на нее. Я сказал, что найти мне надо-то. Вот посмотреть. Ой, 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 ой. Ой, 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 ой. Поехали. Давай. Покажи, как ты рвал траву. Мне охота посмотреть. Маленько, вот здесь вот. Ну как, я просто тычковым бил и все. Ну маленько, да, я посмотрю. Что-то мне даже не верится, чтобы так можно было сделать. Ну иди сюда. Лопату я тащил, это верно. Ну, что эта лопата проделает такую просеку? А сколько мы тут были? Я не засекал время. Ну примерно-то. Не знаю. Не могу сказать. Ну и меньше часа. Тоже не могу сказать. Ну давай, ну хватит уголок, сиши. Я никогда не видел, чтобы лопатой так быстро, это косой можно так выкосить. Ну я сперва-то начал как косой косить. Ага, значит снимаешь аппарат. А потом увидел, что бодели остаются, решил просто вот так бить. Вот. Ну как? Ну как вы его показывали. Ага, конечно, у тебя силы меньше тратятся, и чище, дольше не нарастет. А, эх ты какой, так это я ж тебе показал. Ученик превзошел своего учителя. Да ладно. Я показал на пятачке на маленьком, а ты еще себе. А ну-ка, не поленись, большими шагами замери, сколько, ширину и длину. А, вот это вот. Вот отсюда, да. Туда, да, это, докуда, ну, где я делал, там видно. Отсюда, да, начинать? Да, отсюда. Поменьше шаги. Я люблю математику, чтобы люди представляли. Вот представь, трава какая, вот я стою, снимаю. Это на уровне головы и даже выше. Ну, а репей, тут некий новый клен нарос, вот метра 3,5, и его тоже вырубили. И там все это. Что, туда дальше? Не надо, не надо. Только ты где делал? Где ты? А. Свое покажи где. Вот здесь вот. Да, да, иди теперь ширик сделай. Вот так. Это твое. Запомни, сколько твоих шагов. Теперь ширину свою. Иди сюда поближе. Где ты делал? Ширину сделай. Нет, где вот здесь, поближе ко мне. Вот тут сделай. Вот еще. Рукавички. Нашел еще рукавички. Растяпа. Вот как бы не пошел сейчас, рукавичка и все. Да. Навернулись. Ну рукавички-то покажи какие. Вот, разверни их. Вот они. Мои. Это мои рукавички. Сейчас. Ну-ка, подожди-ка. Вот они. Видите, какие рукавички. А все равно жалко. Они трехэтажные у меня. Ну что, 27 так и 3 так. 27 умножить на 3 сколько будет? Ну сколько? 81. 81 квадрат. 81 квадратный метр. Я могу даже точно сказать, сколько. Мы в 2 пришли сюда, где-то мы, ну, 4 часа. Сейчас 4, да, больше часа немножко. Все, 3, сейчас 4 будет. Мы там, когда пришли, уже сколько? Ну мы в начале 3-го выехали. А? Из дома в начале 3-го выехали. Сюда? Да. А еще 4 нету. Угу. Ну так, около часа туда. Ну пошли, бери топорик и шарика. Угу. Можешь его оставить, он прогулялся. И на Симаковске, чтобы не путаться с ним. Не-не-не, я доеду. Заедешь? Да-да. Ну все, давай.
Все, слава Богу. Слава Богу.